мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. В Кызылском, Дзунхимчинском и Тотжинском районах установлены виновники степных пожаров. 24 апреля в полицию города Чадан поступило сообщение о том, что в местечке Доргун, села Хундергей, произошел степной пожар площадью около 15 гектаров. Возгорание было ликвидировано в течение 3 часов. Полицейские установили, что к возникновению пожара причастна 59-летняя жительница Чабанской стоянки, расположенной в этом местечке. Установлено, что возгорание произошло из-за искры, вылетевшей из отопительной трубы домика. В отношении женщины составлен административный протокол. Второе возгорание сухой травы общей площадью 3,5 га произошло на полуострове на берегу озера Азаз 23 апреля. Пожар был ликвидирован на следующий день. При выяснении обстоятельств возгорания установлено, что пожар произошел по вине 56-летнего мужчины, проживающего на берегу озера Азаз. При допросе указанный гражданин признал свою вину. Мужчине может быть назначен штраф в размере 5000 рублей. Еще один степной пожар произошел недалеко от села Карахак 22 апреля. Причастным к возникновению пожара оказался 11-летний житель села Карахак. Выяснилось, что мальчик вместе с младшими братьями пошел в лес за березовым соком. Набрав сок, несовершеннолетний поджег сухую траву. Не сумев самостоятельно потушить огонь, дети убежали. В беседе с сотрудником полиции в присутствии своих законных представителей мальчик признался, что умышленно поджег траву. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Глава Тувы Шалбан Караул встретился с начальником Сибирского межрегионального управления автодорожного надзора Федором Семенковым. Главной темой разговора стали вопросы укрепления контрольно-надзорной деятельности в сфере перевозок, особенно пассажирских. По итогам встречи глава республики поручил вице-премьеру Артуру Мангалу и министру дорожно-транспортного комплекса Тувы Олегу Бады принять меры по устранению недочетов в работе служб, ответственных за надзор на транспорте, а также выработать механизмы контроля за безопасностью пассажирских перевозок как внутри республики, так и на межрегиональных рейсах. При этом Шалбан Караул особо выделил необходимость учета и планирования автомобильных туров с участием детей, специального подхода к организации подобных поездок, соблюдения правил по обеспечению их безопасности, начиная с подбора водителей и заканчивая проверкой их технического состояния автобусов. С 1 апреля по 15 июня по всей России проходит весенняя призывная кампания. Традиционно в этот же период проводится заседание призывной комиссии. Каждый четверг комиссия рассматривает дела призывников, которые по тем или иным причинам получили отсрочку от службы в вооруженных войсках России. Сегодня комиссия провела уже 5-е заседание, где выяснилось, что большинство молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет использовали свое право на отсрочку от призыва в армию по учебе. В соответствии с действующим федеральным законодательством со статьей 24 пункт 2 по пункт А, вы можете воспользоваться правом, имеете право, точнее для использования отсрочки, в случае перевода в другое учебное заведение. В вашем случае у вас был не перевод, вы были отчислены, пускай по собственному желанию, но вы были отчислены. Отметим, первая отсрочка от призыва в армию по учебе предоставляется школьникам. На период обучения в школе ученик не может быть призван на службу, даже если ему исполнилось 18 лет. Не забирают сейчас в армию и сразу же после получения аттестата. Всем призывникам дают отсрочку от армии в 11 классе до 1 октября того года, в котором они заканчивают школу. Право освобождения от призыва предоставляется только в том случае, если призывник успешно прошел итоговую аттестацию и получил школьный аттестат. Было изменение в федеральное законодательство, внесено в декабре месяце, вступило с 1 января. То есть граждане, ранее которые прошли, были списаны по состоянию здоровья и не проходили военную службу, дано право пройти пересвидетельствование и пройти военную службу по призыву. Но хочу отметить, что это касается только граждан в возрасте от 18 до 27 лет, то есть которые непосредственно подлежат призыву в ряды вооруженных сил.
Старше 27 лет это на граждан не распространяется. Также с 1 января новый закон об отсрочке снял временные и возрастные ограничения. Теперь отсрочка от армии после 9 и 11 класса предоставляется на весь период получения образования, вне зависимости от возраста студента. В Кызыле в рамках проекта Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» прошел практический семинар по основам финансовой грамотности. Слушателями семинара стали работники республиканских органов социальной защиты. Это директора и специалисты центров занятости населения, центров социальной помощи семье и детям, домов, интернатов, управления труда и социальной защиты муниципальных образований и работники Минтруда Тувы. По итогам обучающего семинара всем слушателям выданы удостоверения о повышении квалификации по основам финансовой грамотности. И о курсах валют: доллар стоит 61 рубль 75 копеек, евро 75 рублей 33 копейки. Впервые в Кызыле выставка живых тропических бабочек. Летают и даже садятся на руки. Ежедневно с 11 до 19 часов в Национальном музее. С 27 апреля ежедневно, без выходных, в Национальном музее контактная выставка рептилий и пушистиков. Фото-видеосъемка бесплатно. В Тувинском государственном университете прошла встреча выпускников горного профиля с представителями компании «Лунсин». Министерством образования и науки республики в рамках сотрудничества с китайской компанией «Лунсин» организуются профориентационные встречи выпускников и работодателей. На сегодняшний день Тувинский вуз ведет подготовку студентов по профилю «Открытые горные породы». Представитель предприятия обозначил, что компания нуждается в специалистах именно подземных работ. Многих волновал вопрос знания китайского языка. Также выпускников интересовали обычные житейские вопросы. Какие смены, где питаются работники и где проживают. Ребятам показали фильм о жизни и работе в Тотжинском месторождении. Неоднократно работники компании акцентировали внимание, что работа на месторождении требует обязательное моральное здоровье, так как точность в работе инженера – это залог безопасности. Во время майских праздников медицинские учреждения Кызыла проведут для горожан и гостей столицы профилактические акции. Специалисты расскажут о профилактике болезней системы кровообращения, клещевого энцефалита, дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма. 1 мая на Арбате о профилактике наркологических расстройств населению расскажут сотрудники республиканского наркологического диспансера. 3 мая специалисты резбольницы номер 1 возле Национального музея проведут акцию на тему «Профилактика болезней системы кровообращения». С началом весны актуальной становится тема укусов клещей и клещевого энцефалита, поэтому 5 и 12 мая в Национальном парке и у обелиска Центр Азии врачи инфекционной больницы расскажут о том, как можно избежать клещевого энцефалита и как вести себя в случае укуса насекомого. С установлением теплой погоды также возникает опасность травматизма детей из-за открытых окон. Резбольница номер 1 и Республиканский центр медпрофилактики 8 мая в молодежном парке проведут с родителями беседу на тему «Ребенок в комнате, закрой окно». По многочисленным просьбам покупателей компания «Вавиол» травы Тувы начинает продажу натурального меда с разных регионов России. И хотя мед собирают практически на всей территории нашей страны, существуют самые разные условия для получения меда высокого качества. Компания «Вавиол» закупает мед только у сертифицированных и проверенных пасечников Башкирии, Алтая, Казахстана и Дальнего Востока. Для убедительности качества продукт проходит лабораторные исследования во избежание вкусовых добавок. Также исключают тепловую обработку, чтобы сохранить полезные свойства меда. Тепловая обработка нужна, чтобы убрать кристаллизацию в меде и сделать его однородным. Однако следует знать, что кристаллизация – это естественный процесс, указывающий на натуральность меда.
Фасовка меда осуществляется в недорогую тару, чтобы избежать удорожания продукции, и жители Кызыла могли приобрести мед по выгодной цене. Уже хотите порадовать себя и свою семью вкусным и полезным лакомством? И не только? Тогда приходите в фирменный магазин «Травы Тувы» по адресу Чульдум, 44, напротив торгового дома «Алексеевский». На первом республиканском FM-радио «Голос Азии» открылся новый сезон радиоквеста «Замес майонез». Ведущие по правилам квеста прячут в черте города приз, а слушатели пытаются его найти с помощью загадки. Отгадать зашифрованное в загадке место бывает непросто, но сегодня у участников был отличный стимул. Это подарок от партнера магазина брендовой джинсовой одежды «Elvers Jeans». Магазин находится по адресу Дом быта, второй этаж, отдел 219. В зашифрованном месте сегодня победителя ждал фирменный джинс рюкзак и сертификат со скидкой. Сегодня первой приехала на место и сказала фразу квеста «Замес майонез» наш радиослушатель Мила. Замес майонез! О, поздравляем вас! Вот ваш подарочек, бежите, водите, и подарочный сертификат. Получить скидку от магазина может каждый. Достаточно просто прийти в фирменный магазин «Elvers Jeans» и сказать кодовое слово «майонез». Успевайте. Предложение действует до 9 мая. Играйте в замес майонез и получайте подарки. Слушайте радиоквест уже завтра в 13 часов 10 минут на радиостанции «Голос Азии». Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Спонсор выпуска погоды – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами дождь, в горах мокрый снег. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью порывы до 15, днем до 15-20. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем плюс 14, плюс 16. С 27 апреля ежедневно, без выходных, в Национальном музее контактная выставка рептилий и пушистиков. Фото-видеосъемка бесплатно.